Пенсами шумки, мы продолжаем проводить игру по названию Morbid Seven Occultist. Короче, как вы помните, мы выполнили задание торговца, мы убили какого-то челика. Вы принесли голову? Он мертв? Толстого Кондора. Больше нет. Какое облегчение. Видеть запечатленный в этом взгляде ужас неизбежной смерти. Большая радость. Я, наверное, сохраню эту голову. Да, поставлю в банке на камин и буду наслаждаться его последними мгновениями каждый день. В общем, вот награда. Вы ее определенно заслужили. Окей. Так, а теперь мне нужен телепорт для того, чтобы телепортнуться. Так, ладно, давайте посмотрим по вещам, что мы получили. Голова толстого кондора. Отрезанная голова толстого кондора, лицо окаменело, в широко открытых глазах застыл ужас последних моментов его жизни. Так, все, ну, у нас все предметы, которые вообще в игре есть. То есть, история мира нам нужна одна, обучение, ну, там, стрельба, я книгу не буду искать. Мечи. Пенистый клинок ярости. Этими смертоносными клинками орудовал айверские берсерки-убийцы, ремни пропитаны галлюкоценными нейротоксинами, которые впитываются кожей и делают обладателя клинка психически неуравновешенным. Обладателя. Айварские берсерки-убийцы известны полной отсутствием страха, высокой терпимостью к боли и ярость поведения на поле боя. Топоров у нас вообще ноль. Я вообще не знаю, где топоры могут быть. Так, у нас еще один челик остался. Так, враги. Из врагов у нас вот эти ведьмы, которых я не знаю, как убивать. И прислушники, да? Толстый кондор. Толстый кондор, также известный как кондор-обманщик. Один из самых отъявленных шарлатанов Морни. Несмотря на его ужасную репутацию, многие доверчивые люди все еще обращаются к нему в надежде на легкое решение своей проблемы. Прежде чем стать продавцом змеиного масла, Кондор был его покупателем. Кондор был болезненно тучным подростком и готов был пойти на все, кроме физических упражнений, чтобы похудеть и начать вести нормальную жизнь. Он купил зловещее зелье, которое, как ему обещали, превратит весь жир в твердый, как камень, мышцы. Именно это и сделал мутная жидкость. Кроме того, со временем оно превратило толстяка Кондора в отвратительно невероятно сильного чудовища с каменной кожей. А-а-а, понятненько. Так, ну ладно, давайте тогда мы с вами отправляемся. Да, край рощи. Путь в сады. Но нам нужно путь в сады, потому что через путь в сады там как раз мы заходили, первая локация. И давайте от нее будем продвигаться. Еще есть центр наверх. Ой, точно, стоять. Снижает, снижает. Давайте скорость атаки увеличим. Вот видите, я даже на босса не использовал херню, которую я прокачивал. Так, мы сюда открыли, да, проход с вами? Блин, я просто вот не знаю, чего можно ожидать, поэтому давайте я, наверное... Так, тут прохода, как я понимаю, нету, да? Ну, сейчас уже должен быть босс.
То, что территория, я смотрю, большие и круглые. Да. Да ладно. Ну, допустим. Ау. Да у меня выносливости не хватает. Ого, нихера себе! Короче, понятно. А, у меня нету больше хила. Короче, окей. Просто я тупанул, и я не нацепил. Есть, блин, ну я в какой-то степени все равно знал, что там босс. Так, подожди, а где с боссами? Ага. Ну, я думаю, против него электричество навряд ли будет действовать. Давайте попробуем... Огонь! Let's go.
Да ё-моё, почему такая жесткость? Ты можешь не прыгать, твари? Тупые. О боже. Понимаете, я не понимаю вторую фазу. Как вторую фазу пройти? О-хо-хо. Ху-ху-ху. Все возвращается ко мне. Я помню все. Эксперименты проведены. Боль причинена. Чудовища созданы. Жизнь унесена. Оборвите мою жизнь, прошу. Вспомнить, значит снова обезумить. Послушник убит. Странно, что после боссов ничего жесткого не дают, ну именно предметов каких-то. Блин, на самом деле вот у него фаза, у него три фазы. Третья, когда он с ракетницы с арта пуляет. Главное вторую фазу пройти, то есть там нужно просто атаковать, атаковывать, 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 пока есть возможность. Так, враги, послушники. Желчная жаба, путрус, еще один мерзостей. Доктор Варбус, блестящий ум. В искалеченном теле. Прожил всю свою взрослую жизнь с отшельником в маленькой хижине на опасном желчеполе, изучая яды различных растений и животных. Однажды, засидевший за работой допоздна и сильно устав за день, Вартбург случайно пролил чашку Петри с неизвестным жабьим токсином на бедра. Он успел быстро все вытереть и поэтому вышел. Только она... Только на обеих ногах появилась небольшая сыпь. В местах, где злокачественный гной намочил фартук. Вартбуга начал немного подташнивать, но он заснул, не особо беспокоясь. Однако на следующее утро, к великому ужасу, доктор Варбус из пор обоих ног сочился зеленый гной. Когда он потянул ноги к краю кровати, кожа на икрах отслоилась, прилипнув к простыне. Потрясенный ужасом зрелища, доктора Варбург в панике попытался спрыгнуть с кровати, но рухнул, ноги сломались под его весом, и он упал в лужу грязной вонючей жидкости, ошметкой мертвой плоти и связок.
Лежа на полу в зловонной луже гноя, в которой превратил его ноги доктор Варгус, на последнее издыхание воззвал к Гулгахару и замолил, чтобы тот спас его, чего бы этого не стоило. Его мольбы услышали. Доктор выжил и даже получил пару новых ног. Понятненько. Так, ладно, давайте, пока у нас есть время, переместимся в столицу. Я не знаю, как убивать. Хотя... Подождите, если у тех призраков слабое место... Что мне мешает просто электричество? Хотя у меня электричество. Тогда дам. Только вопросы. Фух, радует, что это не обязательно. По 100 раз убивать. Пошел в сраку. Хорошо, радует то, что там, где я уже всех поубивал, мне не нужно заново драться. О, так это сокращение пути к боссу. Неплохо. Интересно, на куда он идет? А, точно, он сейчас дойдет там, где робот. Вот он, этот робот. Опа. Опа, опа. А вот и все. Ну что, босса мы убили. Сюда мы переместились. Давайте тогда мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи и всем пока.